Скажите, пожалуйста, а вот почему-то в Википедии статья о вас как-то особо отмечена, как о значимом факте, что ваша супруга снималась в «Плейбое». Мне, как вы сами вот можете это прокомментировать? Это какое-то имело значение в вашей биографии? Вы знаете, нет, я, если честно, не был сторонником того, чтобы она снималась в «Плейбое». Абсолютно не был. Она с вами советовалась, например? Да, советовалась. Да, советовалась. Я не был сторонником того, чтобы она снималась в «Плейбой», и не хочу сказать, что мне это было приятно. Вот. Но это мне не было неприятно настолько, чтобы, так сказать, поднимать это как там какой-то важный вопрос. Поэтому снялась и снялась. Но мало того, это еще было в то время делалось, вот, когда это было, как это называется, ну, что-то, чем-то новым это было, и это было чем-то интересным и так далее. Вот. Но это было начало нулевых, по-моему, это было, 2000... Нет, это был 90-е годы. Это было 90-е годы. Поэтому, да, она снималась, да, эта фотосессия есть. Вот, за ли или против я этой фотосессии, я, в общем, против, но недостаточно активно для того, чтобы делать из этого какой-то, так сказать, особый случай, понимаете? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».